Здорово, друзья! И сегодня я расскажу, как накачать плечи и трапецию на турнике. Плечи качают двумя упражнениями. Это узкий хват и средний хват. Узкий хват делается вот так обычным хватом, да? Руки старайтесь прижимать друг к другу ближе ребрами ладоней. И подтягивайтесь, как обычно, скрещивайте ноги, сгибайте немножко в коленях, спина прогнута и подтягивайтесь. Это стандартное упражнение. Второе – это средний хват, да, на уровне плеч также. То же самое абсолютно, и вы должны смотреть в небо вместо ладоней, как я уже говорил в предыдущем видео. Поняли, да? И теперь упражнение по накачке трапеции. Трапеции – это вот эти мышцы, без которых плечи не будут смотреться красиво, эстетично, и поэтому нужно обязательно качать трапецию. Итак, трапецию качают широким хватом. Это широкий хват из-за груди, вот так, и широкий хват из-за головы, то есть когда оказывается перекладина за головой. Первое – это из-за груди. Из-за груди – это обычный хват, как я уже показывал, только он будет широким хватом, вот так. Этот хват примерно должен быть так же, как вы берете, например, штангу, да, и отжимаете от груди. Примерно такой же хват. И смотрите, я покажу, как это сделать. Самое-самое важное в любом подтягивании – это тянуть не вашими рывками там, и инерцией, да, а вашими мышцами. В данном случае вы должны тянуть вашей спиной. То есть лопатки стараться больше сузить, да, они должны сойтись вместе. И спину отводим назад, да, немножко, чтобы нагрузка переходила все-таки вам на плечевые мышцы и на трапецию. Второе упражнение на трапецию – это подтягивание из-за головы. То есть у вас гриф оказывается за головой. Смотрите, как это делается. Самое главное в этом подтягивании – это тело прямое и взгляд направлен вниз. В предыдущем было взгляд направлен вверх, а тут вниз и тело прямое. Как видите, сами неудобно делать на этом турнике, потому что он слишком узкий такой, и некуда деть локти. На самом деле локти должны быть прямо пропорционально земле, то есть они вот так должны смотреть. И, ребят, это очень травмоопасное упражнение, потому что все-таки ваши плечи встают в неудобное положение, и в необычное положение они могут травмироваться. Вы можете растянуть, либо вывихнуть, либо что-то такое. Обязательно разминайтесь перед тренировкой, это очень важно. Тогда вы на 95% сможете избежать травмы. И разминайтесь, да, это очень важно. Итак, в каждом упражнении, в каждом подтягивании, при том, когда вы поднимаетесь вверх, вы делаете вдох, да? А когда опускаетесь, вы делаете выдох. Это очень важно. Делайте все упражнения без рывков, а также без инерции. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, увидимся.